Дамы и господа, наш полет проходит на высоте 10 тысяч метров. Скорость полета 850 км в час. Температура за бортом минус 56 градусов. Расчетное время в пути 8 часов 30 минут. Вам будет предложена еда и прохладительные напитки. Экипаж желает вам приятного полета и хорошего настроения. Это как жаб... три жабочки. Смотри. Смотри, сейчас. Детская выходка взрослого дяди. А? Ну? Я так не долечу. Ну закажи, закажи. Пап, не заказываем. Так ты мне тут еще будешь. Девушка. 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 Подойдите, пожалуйста. Я могу помочь? Скажите, что это? Гуляш. Я вижу. А из чего он? Осталась только свинина. Я ведь сказал, мы заказывали особое меню. Я сейчас все выясню. Не надо ничего выяснять. Заберите эти коробки. Хорошо. Извините. Говорит командир. Старшему бортпроводнику в кабину немедленно. Старшему бортпроводнику в кабину немедленно. Пардон. Пардон. Девушка. Одну минуту, я подойду. А? Я не вам. Не надо мне это показывать. Я на вашем сайте заказал особое меню, так? Я понимаю, но... Ввел все данные, специальный код, номер рейса, места, ряд. У меня только один вопрос. Зачем я это сделал? Понимаете, мы с сайтом напрямую никак не связаны. Вся информация попадает к нам сразу списком. Вот специальное меню. Номера мест, видите, ваших нет. Я еще раз говорю, не надо мне это показывать. Я вас что, обманываю? Нет, конечно, извините, пожалуйста. Произошла какая-то ошибка, мне очень жаль. Девушка, это не ошибка, это неуважение. Вы понимаете разницу? Понимаю. Ошибка то, что я полетел в вашей авиакомпании. Ну, не стоит так нервничать, я вас очень прошу. Мы сейчас все исправим. Я нервничаю! Асан. Подожди, вы меня оскорбили. Вы семью мою оскорбили. Она же не виновата, это компьютер. А свои глаза у нее есть? Это что, по-вашему, хиджаб от холода? Девушка, вы в школе учились? Мусульман можете отличить? Я вас очень прошу, не надо говорить со мной в таком тоне. Кать, Катя. Простите, пожалуйста, примите наши извинения. Вы можете выбрать любое блюдо из меню бизнес-класса. Спасибо, наелись. Понимаю. Я могу вам чем-то помочь? Объясните своим сотрудникам элементарные вещи. Вы правы. Еще раз простите. Приятного полета. Что ж за страна такая? Страна не нравится. Свою уезжай. Что сказал? Да ничего, ничего. Не лезешь ты, не лезь. А я никуда не лезу. Не что, наорет? Свинину не пускай нравится. Орет. Ну, что? Свинину не нравится, не ешь. Я съем. Ты что сказал, эй? Они скоро и нам свинину запретят есть. А ты вообще будешь в паранже ходить. Я тебе говорю, сюда смотри. Ну ошиблась девочка. Что теперь ей? В Ширяске стул, что ли? Сюда иди. На ты сюда сам иди. Иди сюда. Что ты сказал? Куда ты лезешь? Сейчас, подожди там. Иди сюда. Подожди ты. Иди сюда. Вот и подойди к себе. Что ты сел там? Что там сказал? Куда мне уезжать? Подожди ты. Я у себя дома. Может, ты уедешь, а? Ты сейчас компас из России, понял? Да там Аллах! Один другой. Какой бог, урод? Ты не то знаешь. Ой, иди сюда. Куда пошел? Чеки! Куда пошел, а? Молчал бы, лишний раз.
Оксан. Уважаемые пассажиры, я прошу вашего внимания. Я прошу вас достать спасательные жилеты, распаковать и надеть на себя, так как было показано в начале полета. Ваш спасательный жилет находится под сиденьем вашего кресла. Наденьте жилет через голову. Протяните тесьму за спиной. Застегните и туго затяните под жилетом. Дим, помоги. Чтобы надуть жилет, резко потяните за колпачок. Ни в коем случае не надувайте жилет в салоне самолета. Пожалуйста, храните спокойствие. В ближайшее время мы получим инструкции командира корабля. С вами работает опытный экипаж. Пожалуйста, сдавайте свои места. Вас попросили одеть жилет. Девушка! Не страшно. Внимание! Говорит командир корабля. Самолет неисправен, предстоит внеплановая аварийная посадка на воду. На борту имеется аварийно-спасательное оборудование. Мы предупредили спасательные службы, принимаются все необходимые меры. Шуй верхини бумаги це так на маншима. Гам кілег меги, самушло і ракя та і муді шифтуху, мішантуху і мій нахмейні. Айнтека ахтасибу мусибати, фаджурні фіха, ва абдільні біха хайран мінха. Ібо твою є царстві сили, слава вовіки. Амінь. Прости меня, пожалуйста, если что-то делала не так, прости, пусть мы не упадем, умоляю, обещаю тебе. О боже, неужели сейчас? А дочка, она же ничего не успела. Помоги, прошу тебя, Господи, помоги. Прошу тебя.